Друзья, известный наш российский певец и музыкант Влад Соколовский пострадал вчера вечером в Подмосковье в одном из дачных поселков. Сегодня об этом нам сообщили из полицейского участка номер 28. В данном сообщении говорится о том, что Влад Соколовский находился у своего друга на дне рождения. В какой-то момент он вышел на улицу, и его избили двое неизвестных парней, которые, как заявляют очевидцы, тоже были приглашены на день рождения. На данный момент их пока сотрудники полиции еще не нашли. Влад Соколовский находится в больнице избитым. Очень мало информации, друзья, родственники сразу же попытались скрыть эту трагедию от общественных СМИ, но эта новость очень быстро распространяется по просторам российского интернета. Следите за нашим каналом, и уже завтра рано утром мы постараемся сообщить вам более подробнее о том, что же на самом деле произошло там в тот вечер с известным певцом и музыкантом России Владом Соколовским.